кредитной амнистии. Общественники Алматы выступают за списание долгов. Если заемщик до этого, да, был ответственным, там, это было ИП, тогда по нему надо смотреть и думать. Там. Братская помощь. Казахстан отправит в Кыргызстан 400 аппаратов ИВЛ в рамках гуманитарной помощи. Подробности в эксклюзивном материале Миру Эрджикияновой. Коронакризис в экспорте. В Восточно-Казахстанской области сократился объем экспорта металлов. Да, у нас на 4 тысячи он экспортировано меньше цинка, но до конца года, в конце года все задачи будут выполнены. На телеканале «Атамикен Бизнес» главные новости, в студии Галина Гаджук. Здравствуйте. Экс-глава ЕНПФ Руслан Ердинаев вернул 18 миллионов тенге, похищенных из пенсионного фонда. Еще 900 миллионов тенге взыскано с инвестиционной компанией «Бузгул Аурум», находившейся с ним в сговоре. Руководитель пресс-службы фонда Марина Акмаева сообщила, что пока возвращены только 899 миллионов тенге из похищенной суммы. Хотя еще в апреле 18-го Алматинский городской суд постановил взыскать 5 миллиардов тенге. На сегодняшний день указанный приговор суда в части взыскания суммы задолженности находится на исполнении у судебного исполнителя. В рамках исполнительного производства осуществляются мероприятия по выявлению и реализации имущества осужденных лиц и ТОО «Бузгул Аурум». Таким образом, фонду предстоит взыскать еще более 4 миллиардов тенге. Кроме того, ЕНПФ намерен добиваться моральной компенсации от «Бузгул Аурум» в размере 1 миллиарда 700 миллионов тенге. Как сообщалось, суд первой инстанции этот иск отклонил. Теперь фонд подает на апелляцию. Напомним, в 2018 году 43-летний, теперь уже экс-председатель ЕНПФ Руслан Ердинаев был осужден на 12 лет. По делу с ним проходили еще 5 человек. Как стало известно, группа лиц вложила 5 миллиардов тенге пенсионных накоплений казахстанцев в несуществующие облигации. Через 2 дня Казахстан отправит в Кыргызстан 400 аппаратов ИВЛ в рамках обещанной гуманитарной помощи. В процессе производства и сбора также 2 миллионов масок. Напомню, ранее официальный Бишкек запросил у стран-партнеров и финансовую помощь на проведение выборов и покрытие дефицита госбюджета. Евразийский фонд стабилизации и развития, одним из крупных акционеров которого является Казахстан, приостановил отправку кредита в 100 миллионов долларов после октябрьских волнений в соседней стране. Самый крупный донор фонда «Россия» неоднократно заявляла о необходимости установления устойчивой стабилизации в регионе. Окажет ли финансовую помощь соседям Казахстан? И если да, то из каких средств? В вопросе разбиралась Мируэрт Жикиянова. Сейчас главный вопрос заключается в определении сроков предоставление кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Ответ на вопрос, когда киргизы получат кредит в 100 миллионов долларов из Евразийского фонда, все еще висит в воздухе. Между тем, после зарубежного турне главы МИД Кыргызстана Руслана Казакбаева, которого встречали и в Казахстане, уже успел состояться саммит ШОС в онлайн-формате. Там состоялся вот такой диалог между Садыром Жапаровым, который на тот момент был исполняющим обязанности президента, и главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Отмечу, госдолг страны приближается к неподъемной отметке 5 миллиардов долларов. Но вестей о долгожданных вливаниях в Кыргызстан так и нет. В настоящее время ситуация в Кыргызстане стабильная. Все ветви государственной власти легитимны. А исполнительные органы власти продолжают работать в штатном режиме. Мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики. В Казахстане на самом высоком уровне поспешили заверить братский народ в дальнейшем сотрудничестве и обещали оказать экономическую и гуманитарную помощь. Последнее не заставит себя долго ждать. В рамках гуманитарной помощи в Кыргызстан планируется отправка 400 аппаратов ИВЛ. Их планируют отправить 22 ноября. Также в количестве 2 миллионов штук отправят медицинские маски. В настоящее время ведется производство и сборка. А вот с экономической помощью определенности нет. Пока в МИД и Минфине Казахстана открещиваются от компетенции комментировать цену вопроса, независимые экономисты озвучили свои предположения «Атамикен Бизнес».
Я считаю, что помощь нужно оказывать. В каком объеме? Другой вопрос. Как это делать? Тоже вопрос. Скорее всего, считаю, что в бюджете не предусмотрена, конечно же, такая помощь. Это будет либо за счет сэкономленных средств, либо за счет нацфонда или каких-либо других источников. В рамках ЕАЭС у наших стран сложились довольно тесные экономические отношения. В Кыргызстан вложено довольно много казахстанских инвестиций. Собственно, помощь Кыргызстану способствовала бы сохранности этих инвестиций. Но здесь нужно сделать довольно серьезную оговорку. Эта помощь будет иметь смысл только после того, как в Кыргызстане нормализуется политическая ситуация. Напомню, Казахстан является крупным акционером Евразийского фонда стабилизации и развития, в рамках которого киргизы никак не дождутся обещанный кредит в 100 миллионов долларов. На сайте фонда мы нашли вот такую разбивку по взносам. Так, Казахстан обязан внести не менее 1 миллиарда долларов США. Это второй по объему транш после России. Мирой Жикьянова, Атамикен Бизнес. Для покрытия дефицита вагонов в Казахстане планируют закупить 2500 фитинговых платформ. Об этом заявил глава транспортно-логистической компании Дмитрий Абдулаев. По его словам, сейчас, когда участники рынка сталкиваются с нехваткой вагонов, они арендуются у частных операторов, причем как у казахстанских, так и у российских. Но перевозчики обещают решить эту проблему в ближайшее время. Вот на сегодняшний момент у нас, если брать в целом группу КТЖ, это Киден и Экспресс, это 1500 фитинговых платформ у нас находится в аренде в наших сервисах. Это частные операторы. Что касается будущего, значит, в будущем у нас вчера был совет директоров КТЖ, нашей материнской компании, на котором поднимался вопрос покупки фитинговых платформ в 2021 году. И я хочу сказать, что за 3 года мы парк увеличим совместно с Киденом на 2500 фитинговых платформ. Это будет наш парк уже, значит, и мы его будем пополнять. Ранее в эфире «Атамикен Бизнес» мы сообщали о том, что производители жаловались на нехватку вагонов. Например, Тимирязевский мукомольный комбинат из Северного Казахстана уже больше месяца не может поставить продукцию на экспорт по договорам. Мощность комбината 200 тысяч тонн муки в сутки, но из-за отсутствия грузовых составов уже год предприятие работает в полсилы. Не более 100 тонн в сутки. Только за последний месяц в Афганистан должны были поставить 20 вагонов муки, но отправили лишь 2. Экспорт мяса из Костанайской области также просел из-за пандемии на 80%. Закрытые границы не позволили животноводам отправить за границу почти 1800 тонн. Регион реализовал на экспорт всего 356 тонн мяса. Преимущественно это говядина, чуть больше 260 тонн. Проблемы с экспортом мяса в регионе наблюдаются не первый год. В 2016 году не хватало объемов, а когда они появились, в 2018 году изменился курс валют, в частности российского рубля. И продавать мясо костанайским животноводам в Россию стало невыгодно. Ситуация изменилась в 2019 году. Тогда Узбекистан купил у местных производителей почти 1600 тонн мяса. В общей сложности было экспортировано за рубеж 1700 тонн. В этом году в связи с пандемией немного есть ограничения как по людям, так и по товарам и услугам. Учитывая вот эти, так скажем, неблагоприятные период, экспорт, плана по экспорту не ставит Министерством сельского хозяйства. Параллельно с мясом просел и экспорт яиц почти на 60%, макарон на 42% и зерна на 33%. Зато резко выросли продажи за рубеж растительного масла в 4 раза, а также муки на 24%. В общей сложности с начала года на экспорт отправлена продукция Костанайского АПК на сумму более 247 миллионов долларов. Но это все равно на 12% меньше, чем в прошлом году. В Восточно-Казахстанской области сократился объем экспорта металлов. Об этом на брифинге сообщил аким области Даниял Ахметов, отвечая на вопрос нашего телеканала. Атамикен Бизнес поинтересовался у акима, не отразилась ли сложная эпидемиологическая ситуация в регионе на экспорт товаров.
Даниил Ахметов поспешил заверить, что ситуация под контролем, хоть и непростая. При этом глава области особо подчеркнул, что высокий уровень заболеваемости коронавирусом никак не влияет на производственные показатели местных компаний. Напомню, что в Восточно-Казахстанской области ежедневно регистрируют свыше 200 новых случаев заражения COVID-19. Значит, объем экспорта не сократился, 1 триллион 900 миллионов задачи выполнены, это объем промышленной продукции. Мы ни на одну тонну не сократили, да, это в целом, да, у нас на буквально на 2000 тонн экспортировано меньше свинца, да, у нас на 4000 тонн экспортировано меньше цинка, но до конца года, в конце года все задачи будут выполнены. Экономика Казахстана, возможно, восстановится к 2023 году. Именно к этому периоду ВВП республики вернется к уровню 2019 года. Об этом в эксклюзивном интервью от American Business заявил главный исполнительный директор компании PricewaterhouseCoopers по региону Центральной и Восточной Европы Ник Кош. Эксперт отмечает, что экономика в мире будет восстанавливаться в зависимости от отдельно взятого региона и страны. С представителем PwC побеседовала моя коллега Улпан Бегалина. Она готова рассказать о том, как будет развиваться мир в условиях коронакризиса и какие сферы необходимо развивать в Казахстане для привлечения инвесторов. Улпан? Сегодня потенциальную возможность представляет IT-сфера. Именно эта отрасль и может заинтересовать инвесторов, считает главный исполнительный директор компании PricewaterhouseCoopers по региону Центральной и Восточной Европы Ник Кош. По его мнению, коронакризис очень сильный, в то же время довольно специфический, как и сам вирус. Особенность его в том, что кризис ударил по всей экономике в целом, вследствие чего наблюдается спад ВВП во многих странах. Но есть и положительные аспекты. Наряду с IT наращивают обороты услуги, логистики и транспорта. При этом Ник Кош отмечает, что у Казахстана сильным драйвером по-прежнему остается нефтегазовый сектор. There are opportunities absolutely within the IT sector. Я думаю, что создание платформы «Большие даты» в Казахстане могут оказать значительное влияние на развитие фармацевтики и медицинского производства. Если говорить о диверсификации Казахстана, то не стоит недооценивать преимущества сильной нефтегазовой отрасли и нефтехимии. Здесь также можно развить платформы, которые будут способствовать диверсификации. Например, Великобритания ориентирована на экологические программы. Норвегия также переориентировала свои энергопоставки. Кстати, о важном. О важности развития IT-сектора говорили на Совете иностранных инвесторов. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие отечественной IT-отрасли требует серьезной поддержки мировых технологических компаний. Глава государства сообщил, что Казахстан в этой сфере в течение 5 лет планирует привлечь порядка 500 миллиардов тенге. В июне этого года принят закон, направленный на регулирование цифровых технологий. Введены законодательные ограничения для участия государственного сектора в сферах, где уже работают частные фирмы. Для развития энергоемких вычислений урегулирована майнинговая деятельность и оборот криптовалюты в Казахстане. Сегодня порядка 6% мирового майнинга сосредоточено в Казахстане. Кроме того, развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг открывает серьезные возможности для экспорта. Для того, чтобы в Казахстане развивались высокие технологии, которые могут привлечь инвесторов, необходимо вкладывать в образовательную систему, считает эксперт PwC. При этом эксперт Ник Кош отмечает, что ответственность за развитие человеческого капитала несет не только государство, но и бизнес. Компании также должны уделять большое внимание квалификации своих работников. I think the reality is that as a human race, Я хочу отметить, что человек может адаптироваться ко всему. Мы видим, как кардинально изменилась наша жизнь за последние 9-10 месяцев. Мы научились работать удаленно, научились работать с техникой. Но как бы то ни было, мы тянемся к друг другу, нам важно быть в социуме. Но думаю, что это тоже в будущем будет представлять собой некий симбиоз работы офлайн и онлайн. Не секрет, пандемия показала, что можно не арендовать офисы и не тратить средства на коммунальные расходы. Но работа в коллективе разительно отличается от удаленки. Улпан Бегалина, Виктор Джигерис, телеканал Атамикен Бизнес. Сегодня на внеочередном съезде партии АкЖол представила список кандидатов в депутаты Мажилиса.
него вошли 38 человек. Среди них предприниматели, экономисты, финансисты, юристы, журналисты, врач и даже пилот. Кроме того, в партийный список включены 6 из 7 действующих мажилисменов. Акжоловцы представили довольно обширную предвыборную программу. Первая ее часть была посвящена политическим реформам. Партия выступает за поэтапный переход от президентской системы к парламентской республике. Казахстану нужен не только Национальный совет доверия, но и правительство национального доверия. Согласно действующей конституции, президент выступает гарантом взаимодействия всех ветвей власти. Это означает, что фигура президента должна быть равноудаленной и от парламента, и от правительства. Демократическая партия «Ак Жол» считает, что состав правительства поэтому должен формировать не глава государства, а победившая на парламентских выборах партия, которая и будет вносить его на утверждение президенту и нести ответственность за все достижения и все провалы своего правительства. Такова практика развитых демократий. Акжоловцы также затронули вопрос кредитных ставок. Они считают, что необходимо актуализировать вопрос по снижению базовой процентной ставки по кредитам БВУ до уровня 4-5% годовых. Вместе с тем партия предлагает ограничить процентные ставки кредитов по ипотеке, потребительским товарам, МСБ и на неотложные нужды населения, а разорившимся заемщикам гарантировать сохранение единственного жилья и социальных гарантий. Кстати, сегодня же стало известно, что Центр избирком допустил к выборам кандидатов по спискам партии «Адал» и Народной партии Казахстана. Общественники в Алматы тоже выступают за кредитную амнистию. Согласно данным Национального банка, просрочка по займам на 1 сентября текущего года составила более 1 триллиона тенге. За последний год просроченная задолженность по кредитам выросла на 9,5% или почти на 86 миллиардов тенге. Рост неплатежей снова ставит на повестку дня вопрос о возможности проведения кредитной амнистии, заявили в Общественном совете Алматы. Индивидуальные предприниматели на сегодняшний день, да, кредитуются как розничные клиенты. Наверное, здесь надо очень четко идти анализировать каждого заемщика. Если заемщик до этого, да, был ответственным, там, это было ИП, тогда по нему надо смотреть и думать. Да, то для него кредитная амнистия – это, естественно, выход. Это возможность встать на ноги, начать опять работать. По данным Бюро национальной статистики, объем выданных потребительских кредитов вырос почти на 8% до 4 триллионов тенге и составил 30% от всех кредитов, выданных экономике. При этом доходы казахстанцев снизились на 3%. Это ставит под сомнение возвратность этих займов. Кроме того, эксперты отмечают, что население республики тратит 50% своих доходов на продовольствие. Такая тенденция была в 90-е годы. Начиная с нулевых, ситуация стала улучшаться. Но вот в последние 5 лет мы вновь откатываемся назад. Мы можем, да, говорить, что население будет там, это поддерживать изгибенческие настроения, кто-то говорит, что это направлено на интересы сейчас там банков и МФО, они закроют свои там вопросы, да. Мне кажется, тут надо комплексно смотреть, и вот надо тогда ставить вопрос вообще, во-первых, о повышении доходов населения. Мы видим, что взять хотя бы потребительскую корзину у нас, да, она там существенно недооценена и занижена. У нас содержание одного зэка обходится дороже, чем по расчетам по продуктам, чем потребительская корзина на законопослушного гражданина. Смотрите далее в выпуске. Суровый север. Переселенцы в Северо-Казахстанской области замерзают в арендном жилье от государства. Подробнее расскажет наш корреспондент Вера Шеллер. Проблемы ЖКХ. Министерство индустрии и инфраструктурного развития создает конкуренцию новому виду бизнеса ОСИ. Мы объединились с бизнесом. По итогу мы постоянно сталкиваемся с с оказанием видов услуг со стороны государства, которые дублируют наши функции. Продолжаем выпуск. В Северо-Казахстанской области переселенцы боятся замерзнуть в арендных домах, предоставленных государством. Целые семьи в рамках программы продуктивной занятости «Енбек» прибыли в Мамлютский район. Им пообещали арендное жилье с последующим выкупом и трудоустройством. Если с работой вопрос еще как-то решается, то качество предоставленных домов никуда не годится, уверяют новоселы. Многие из них уже подумывают покинуть этот регион.
Семья Калдаровых переехала из Шымкента, и даже до наступления морозов бесперестанно топят печь. Ведь тепло из-за некачественного строительства улетучивается мгновенно. Владельцы квадратных метров с ужасом ждут прихода 30-градусных морозов. Жалоб много здесь, Там уже холодно здесь просто. Сейчас, если топить будем, потом, не знаю, через час или будет холодно уже. Боимся, здесь зима оставаться, просто здесь холодно. Ветер дует, не знаю, где там. Не, до конца не делали. Потом отопление делали, там вокруг печки там неутепленный. До утра топим, в общем, до утра. 5 часов встаем и топим печку. Удобство, да, сказали, но вода через год будет. Они обещали, не знаю. Больше всего жильцов возмущает то, что на строительство потрачены бюджетные деньги, и его не будут выкупать у государства еще долгие годы. В акимате Мамлютского района пояснили, что всего в этом году построили 54 дома для переселенцев в рамках программы «Енбек». 40 семей уже заселились. Каждый дом обошелся в 7 миллионов тенге. Были какие-то недочеты, где-то там окно нужно было подправить, где-то пол. Поэтому подрядчики обязались, значит, потому что гарантийный срок все-таки еще есть. И эти недоделки, они, в принципе, переделывают, доделывают. А между тем из северного региона ежегодно уезжает все больше людей. Только за первые 3 месяца этого года Североказахстанскую область покинули 2718 человек. Переселенцы могли бы восполнить эту нишу, но практика показывает, что зимовать на севере страны для приезжих малорадужная перспектива. Вера Шейлер, телеканал Атамикен Бизнес, Североказахстанская область. И сегодня стало известно, что аким Североказахстанской области Кумар Аксакалов объявил строгий выговор главе Акаинского района на фоне истории об ужасающих условиях жилья для переселенцев. В пресс-службе сообщили, что Рустему Елюбаеву, главе района, поручили исправить все недочеты в срок. Кроме того, аким области предупредил руководителей районов и госорганов об ответственности за подобные нарушения, вплоть до увольнения занимаемых должностей, говорится в официальном сообщении. Театр в Петропавловске при проведении капитального ремонта здания хотел закупить саморезы по 4150 тенге за штуку. Это в то время, когда их стоимость не превышает 20 тенге. Факт завышения закупочной цены выявили сотрудники антикоррупционной службы региона. Была ли это банальная опечатка, что-то другое, теперь предстоит разобраться компетентным органам. Ясно лишь одно, что такие саморезы обошлись бы бюджету в более чем 12 миллионов тенге. И это не единственный факт. Выявлено завышение цены на комплект мебели, состоящий из парты и двух стульев. Это Мамлютская санаторная средняя школа-интернат, которая указала цену на этот товар в размере 210 тысяч тенге, в общем количестве 70 комплектов. То есть вы чувствуете разницу, да? 210 тысяч. 21 тысяча. Главный санитарный врач Шымкента снова отправил владельцев кинотеатров в отпуск. Бизнесмены не раз писали письма, чтобы им позволили работать. Но проверку кинотеатры города провалили, заявляют санэпидемиологи. Комиссия во время мониторинга выявила недочеты, которые могут угрожать здоровью посетителей. Особенно для кинотеатров касается система вентиляции. Вот система вентиляции, везде страдает, все чисто, вот мне докладывали, везде чисто, гладко, все ровно, однако имеется затхлый воздух в помещениях кинотеатра, особенно в санитарных узлах, неописуемо зловонные запахи. На сегодняшний день только вот кинотеатры, который находится в Шымкент-Плаза, ТРЦ, там находится в удовлетворительном состоянии. А остальные все находятся в плачевном состоянии. Не отвечает требованиям санитарных норм и правил. В связи с чем об открытии вопрос пока не стоит. Чтобы исправить ситуацию, шымкентским кинотеатрам дается неделя, а затем бизнесменов вновь могут подвергнуть проверкам на соблюдение санитарных требований. Еще более сложной ситуацией находятся торгово-развлекательные центры города. Они и в будни привлекают большое количество людей, отмечают санэпидемиологи.
Между тем, арендаторы ледового катка просят рассматривать свой объект не как объект развлечения, а как спортивное направление. Но для санврачей это не аргумент. Ослаблять работу мониторинговых групп акимат Кызылорды не станет. В противном случае область из относительно благополучной зеленой зоны может скатиться в опасный сектор. Накануне рестораторы города пожаловались на частые проверки со стороны так называемых проверяющих структур в лице мониторинговых бригад. Однако специалисты, а это представители прокуратуры, СС, городского акимата, работу продолжат в том же круглосуточном режиме. Тем более, только за два последних месяца зафиксировано 54 факта проведения семейных торжеств на 100 и более человек. И более половины из них в ресторанах, а это нарушение санитарного режима. Чиновники предложили предпринимателям самим войти в состав мониторинговых групп. Мониторинговая группа, она не будет останавливаться, она будет проводиться в виде контроля. Постоянно, поэтому контроль не ослабляется. Мы предложили при проведении вот мониторинг, это не рейдовый растительный работ, включать бизнес-сообщество, общественников, всех, кто желает участвовать при проведении растительной работы. Министерство индустрии и инфраструктурного развития решило конкурировать с бизнесом. Ведомство создает проектные офисы, которые будут оказывать услуги жильцам многоэтажных домов в рамках реформирования сферы ЖКХ. Между тем, бизнесмены заявили, что уже предлагают такие же услуги в онлайн-формате. Причем в разработку IT-решений вложено уже свыше 100 миллионов тенге. Сейчас на рынке ЖКХ работают более 10 частных компаний с коллективом 100 человек. Всего в 6 регионах страны есть 100 ОСИ, однако теперь все они могут остаться без работы. Мы объединились с бизнесом и всю свою экспертность, которая была наработана 10-20 лет назад, направили на развитие жилищно-коммунальных отношений в части управления и предоставления сервиса многоквартирным жилым домам. По итогу мы постоянно сталкиваемся с такими, с оказанием видов услуг со стороны государства, которые дублируют наши функции. У нас уже инфраструктура создана, с 2019 года активно ведется работа с местными исполнительными органами в городе Нур-Султан. Реформа предлагает отделить управление от сервиса, то есть если раньше КСК занималась и управлением, и обслуживанием дома, то сейчас управление будет за жильцами, а сервис будет предоставляться профессиональными специалистами. В детских домах, где дети не доедают, проведут проверки. Так в Министерстве образования и науки ответили на критику детского омбудсмена Аружан Саин. Уполномоченная по правам ребенка заявила, что во многих детских домах и интернатах воспитанников практически морят голодом. В ходе аудита выяснилось, что в учреждениях не только скудный запас продуктов. Детский омбудсмен показала фотографии по итогам проверок детских домов. На кадрах испорченные овощи и фрукты, которые хранились в антисанитарных условиях. Более того, Аружан Саин рассказала, что большинство наименований продуктов, которые якобы закупают для детских домов, в их столовых и в помине не было. Причем цены закупок тоже существенно завышены. Зато по госзакупкам закупается в некоторых учреждениях и икра сетровых рыб, красная копченая рыба, сырокопченые колбасы, земляника, там, клубника, варенье, джемы, различные фундук, там орешки, всякие сухофрукты, в том числе курага и чернослив и так далее. Где это все? Вот это протухшее мясо, вот это курдюк, он вообще не должен присутствовать на детской кухне. Вот это условия, которые в интернатах некоторых. Мы направим письмо в акиматы области о привлечении, во-первых, дисциплинарного, проведении служебного расследования, привлечении к дисциплинарной ответственности. По данным детского омбудсмена, на сегодня в стране насчитывается 98 детских домов и учреждений. В них проживает более 4500 детей. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на Atomic & Business и до встречи в эфире.